Добрый вечер, дамы и господа. В эфире программа «Пресс-клуб». Я Геннадий Кацов. Рад приветствовать вас в нашей передаче. И сегодня мы с гостями программы обсудим основные темы прошедшей рабочей недели с понедельника по пятницу. Я сразу хочу представить гостей. Рядом со мной Давид Гай, редактор литературного альманаха «Время и место». Давид, приветствую вас. И Петр Залмаев, центр Евразийский центр инициативы. Или как вы Евразийская демократическая инициатива. Евразийская демократическая инициатива. Несколько слов о вашей организации. Я приветствую вас. Спасибо, Геннадий. Евразийская демократическая инициатива находится в Нью-Йорке, и мы занимаемся отслеживанием политических процессов, а также продвижением демократии и верховенства закона в странах бывшего Советского Союза. И вы выступаете здесь, в Нью-Йорке, в разных странах, да? Да, то есть мы проводим серию лекций вообще и публичных мероприятий, общественных мероприятий с целью рассказать западной публике о процессах происходящих. Вот мы говорили до этого, вы сейчас, я понимаю, что едете в Россию, в Украину и в Израиль. Цель поездки? Ну, в Украину я еду участвовать в конференции, которая пройдет там в конце апреля по гражданскому обществу и информации политики Украины, что касается противодействия российской пропаганды. А в Израиле я еду навестить своих родных и близких. Но вы знаете, что сейчас вот как раз на этой неделе прошли слушания в Конгрессе о противодействии пропаганды российской? Я знаю, да, и эти процессы сейчас проходят параллельно как и в Вашингтоне, так и в Брюсселе, потому что, мне кажется, политики по обе стороны океана сейчас начинают просыпаться в ту реалию, что идет полномасштабная информационная война со стороны России, обращенная именно в первую очередь против Запада. И, в принципе, в этой войне, видимо, Россия выигрывает, раз такие срочные меры собираются принимать. Абсолютно нет никакого сомнения на этот счет, учитывая даже взять такую цифру, $300 миллионов, которые Москва тратит каждый год на финансирование одного своего канала Russia Today. Я знаю, 400 миллионов. Может быть, даже 400, да, потому что с каждым годом финансирование растет и бюджет растет. Сейчас также запускается канал «Спутник», и у всех этих каналов также расширяется сфера вещания. То есть, и сфера вещания, она же сфера влияния. Влияние, то есть и добавляются языки, и добавляются регионы целые. То есть это действительно махина, на самом деле, пропагандистская. Ну, да, посмотрим, чем это закончится. По крайней мере, видимо, разговор идет о том, что нужно увеличивать финансирование, по крайней мере, на такие станции, как «Голос Америки», «Радио Свободы» и так далее. Да. То есть об этом идет в первую очередь речь, и не только об этом. Ну что, давайте начнем нашу программу. Итак, начнем с понедельника. Сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио объявил о намерении баллотироваться в президенты США. Об этом он сказал на пресс-конференции своим крупнейшим спонсорам. По словам политика, предстоящая президентская кампания – это выбор между прошлым и будущим. Рубио считает, что его возможная соперница демократической партии Хиллари Клинтон – лидер прошлого. В то же время кандидат в президенты заявил, что сам он один из немногих, кто способен возглавить республиканскую партию для того, чтобы отстоять американскую мечту. Ну а Клинтон объявила об участии в президентской гонке 12 апреля, 13-го Рубио, то есть накануне. Ее кандидатуру поддержал Барак Обама, сказав, что она стала бы отличным президентом США. Ну, Рубио не первый республиканец. Ранее о том, что они включаются в президентскую гонку, объявили сенаторы Тед Круз и Рэнд Пол. Давид, итак, Марко Рубио. Ваш комментарий, как вы это все видите? Ну, я думаю, что мы эту тему разделим на две темы. Одна тема – это Марко Рубио, другая тема – Хиллари Клинтон, поскольку она накануне объявила. Ну, на Марко Рубио, мне кажется, свет клином не сошелся. Еще впереди достаточно серьезные кандидаты, которые, скорее всего, выдвинутся. Тот же, например, Скотт Уокер, губернатор от штата Висконсин и так далее. Но если говорить о Марко Рубио, то у него есть безусловный плюс. То, что он из семьи кубинских мигрантов. Он, естественно, прекрасно знает испанский язык. Он знает Флориду хорошо. И, возможно, какие-то голоса латиноамериканцев, причем не какие-то, а, может быть, солидные голоса, он, если его будут номинировать на борьбу с демократическим претендентом, то, скорее всего, он эти голоса оттянет. Вот. Но его выступление, говорит он неплохо, выглядит он вполне, так сказать, молодой, красивый и так далее.
Ну вот текст его, дескать, ну вот что, Хиллари — это представитель вчерашнего дня. Отстой, да? Отстой. Yesterday is over, вчерашнее уже все закончено, надо идти вперед, осуществлять американскую мечту, так сказать, и так далее. У меня вот невольно, не знаю, как у вас, господа, у меня невольная ассоциация с тем, что я слышал несколько лет 2008 назад. 2008 год, да? От Барака Обамы. То же самое, yes, we can, так сказать, и понеслась. Понимаете, мне как-то трудно представить себе Хиллари Клинтон, несмотря на ее, конечно же, весьма солидный возраст для номинаций, представить ее, так сказать, человеком как бы вчерашнего дня, который где-то там сзади и так далее, и так далее. Мы насмотрелись, наслушались, отчасти нахлебались кое-чего за эти вот годы пребывания Барака Обамы у власти. И меня как раз это немножко покоробило. Я не думаю, что это та самая концепция, которую может Марко Рубио выдвинуть на передовые позиции. Я, кстати говоря, если говорить о Рэнди Поле и о, значит, втором кандидате, Тедди Крузе, у них мало шансов, на мой взгляд, вообще. Это все-таки больше чайная партия, а избиратели американские крайних не любят, что левых, что правых. Ну, Рубио тоже, в общем, он либертарианец, и он придерживается очень резких, так сказать, жестких взглядов относительно влияния Белого дома, влияния администрации, правительства, лишние законы, лишние, так сказать, всякие инструкции, сдерживающие развитие бизнеса и прочее, прочее, как он считает. Но мне кажется, что если тот же Скотт Уокер выдвинет свою кандидатуру, у него больше шансов, потому что он практический человек. И он показал, как можно бороться за то, чтобы в штате был, в общем-то, финансовый порядок. Когда он бросил вызов всесильным профсоюзам, и он победил, и, в общем, это приняли во внимание. У него сейчас в Висконсине, конечно, финансовая ситуация много лучше, чем была в 2011 году. Ну, мы не знаем, кто еще пойдет. Есть Джеб Буш. Ведь весь парадокс-то в том, я позволю еще несколько секунд, что по опыту прошлых лет мы видим, что демократы одерживают победу, как правило, скажем так, в 18 штатах плюс округ Колумбия. Это 242 голоса. Демократы в 13 штатах. Для того, чтобы победить на выборах президента, нужно 270 голосов. Флорида дает 29. Вот Джеб Буш идет, допустим. Понимаете, Флорида очень, может быть, проголосует за него. Мы его знаем. Может быть, Флорида проголосует и за Марко Рубио. Тогда вообще очень интересный расклад будет. Но стоит Флориде победить, демократическому претенденту победить в штате Флорида, не знаю, как правильно сказать, то все, 271-272 голоса и закрыли. Демократы закрыли тему. Закрывайте тему, да, совершенно верно. Вот это очень важный момент. Петр, итак, Марко Рубио. Я считаю, что на самом деле тот факт, что он кубинского происхождения, не автоматически не является его огромным преимуществом, потому что, знаете, латинцы, то есть американцы латинского происхождения в предыдущих выборах в основной массе проголосовали за Обаму и до этого, если еще до этого выборы, то есть это выборы, получается, 2004 года, они проголосовали подавляющим большинством против президента Буша предыдущего. Это знаете, выборы Буш-Гор, да, 2004 год. Да, совершенно верно. Нет, это был Керри. А с Керри, да? Да. Несмотря на то, что Буш делал очень много реверансов в сторону латинос, и он, вы знаете, достаточно свободно говорит на испанском языке, и это ему не помогло. То же самое, мне кажется, что касается республиканского кандидата, такого как Рубио. Нужно принимать во внимание, что за последние вот несколько лет президент Обама сделал очень много полезных таких реверансов в сторону испаноязычных американцев. В частности, я говорю о целом ряде законодательных актов,
исполнительных актов, которые он принял, которые облегчают иммиграционный порядок, иммиграционный... Ну, все для... вот эти его шаги по пути иммиграционной реформы. Это очень, конечно же, серьезный, да, мне кажется, аванс, в том числе для Хиллари, которая будет являться преемником, соответственно, этой политики Обамы. Также нужно заявить и отметить... То есть вы хотите сказать, что, с одной стороны, будет демократический кандидат, который, ну, по идее, для избирателей продолжит вот эту политику Обамы. А с другой стороны, нужно будет выбирать и представители Флориды, это как раз тот штат, где огромное количество иммигрантов. Если будет Марко Рубио, то это тоже как бы представитель меньшинств. Да. То есть придется выбирать. Вы считаете, что демократы могут перетянуть в этом плане? Могут перетянуть, и вы знаете, есть уже прецедент, что человек, допустим, идущий на президент, проигрывает свой собственный штат. В том числе очень показателен здесь достаточно грустный и печальный пример Аль Гора, который проиграл свой штат Теннесси, как вы знаете. И я еще хотел добавить еще один очень важный элемент, опять-таки, что касается кубинского голоса, да, и Флориды. Это последняя, конечно же, инициатива Обамы нормализации отношений с Кубой, которые тоже, если взять в целом не только Флориду, но и вообще испаноязычных американцев, То есть, я понимаю, вы хотите сказать, что демократам есть что бросать на эту чашу весов, да? Да, абсолютно, да. То есть, опять-таки, я считаю, что называется for granted, то есть ему как данное, Рубио, я думаю, не сможет воспринимать исход голосования в своем штате. Что-то добавить? Я бы так сказал, я в целом согласен, Петр. И когда говорил, что определенное количество голосов, это не значит, что они, естественно, могут победить. Но тут еще более серьезно стоит вопрос. С чем республиканцы идут или пойдут на этих выборах к minorities, к афроамериканцам и к латиноамериканцам? Видит Бог, я пытаюсь понять, что они могут им предложить, чтобы перетянуть. Я не знаю, что. Республиканцы в Конгрессе торпедируют, в том виде, в каком она представлена, торпедируют иммиграционную реформу. Значит, ну вот представьте себе, на финальной стадии Хиллари Клинтон, допустим, как представитель демократов, предположим, она будет говорить, ну вот видите, ну вот на кого вы можете рассчитывать? Мы пытаемся облегчить положение 11-12 миллионов нелегалов, дать возможность, так сказать, части из них легализоваться, те, которые могут в соответствии со всеми, так сказать, возможными законами это сделать. А республиканцы не дают. Естественно, вектор в ту сторону. Вспомним последние выборы. Митт Ромни. За него проголосовало всего 6% афроамериканцев, и, если мне не изменяет память, всего 23% латиносов. За Обаму проголосовало 80% с лишним афроамериканцев, это понятно. И очень большое количество латинцев, по-моему, в общем, выше, чем у Ромни. С чем они придут? Что они скажут? Ребята, вот голосуйте за нас, мы вам то-то, 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 то-то. Кроме пустых обещаний, ничего. А выиграть сейчас таким образом, абстрагируясь от меньшинств, просто невозможно. Опять же, цифры, ну... Не, демографическая ситуация. Куда деться? В Америке сейчас 47% молодых людей в возрасте до 20 лет, но имеющих возможность голосовать, ну, 18, 20, вот так, 47% представителей меньшинств. А к 50-му году вообще будет значительно больше. Ну, о 50-м году мы не говорим. Поэтому ситуация там довольно, довольно непростая, и я думаю, что фактор меньшинств будет играть колоссальную роль. Даже во Флориде, потому что, в общем, если удастся каким-то образом все-таки Обаме продавить этот иммиграционную реформу, пусть даже с усечениями определенными, это, конечно, плюс ему будет. Плюс уже ведь принят очень важный закон относительно того, что если ваши дети, вы нелегалы, ваши дети родились в Америке, вас ни по каким видам депортировать невозможно. Но если только вы натворите, там, не знаю, убийства какие-то, криминальные. Нет криминальных дел, никакой депортации. Петр, итак, Хиллари Клинтон, она
накануне понедельника, мы сейчас понедельник обсуждаем Марко Рубио, накануне она объявила, что будет баллотироваться в президенты. Ну, такое впечатление, что среди демократов, ну кто еще, Байден, там, в общем-то, практически ей нет конкуренции, уже считается, собственно, так же, как это происходило и в 2008 году с Обамой. То есть все поняли, что Обама будет после того, как он как проиграла Хиллари Клинтон, все, все поняли, что он практически президент. Хиллари Клинтон, у нее очень много шансов, ее не знают только 2% американцев. Пожалуйста, ваш взгляд. Я, да, столкнувшись с этой цифрой, я удивляюсь даже, кто могут быть этими 2%, которые они не знают. Действительно, самый узнаваемый политик сейчас, участвующий в выборах, и поэтому, мне кажется, этим и объясняется тот факт, что такой тяжеловес, да, называют абсолютно их? Тяжеловес, человек просто корифей, титан, который уже с 79-го года, когда она заехала в губернаторскую резиденцию штата Арканзас со своим мужем Биллом, уже, что называется, in the public eye, она уже как бы на виду. С тех пор она была, и после первой леди она была уже, и послужила сенатором от штата Нью-Йорк, и объездила 112 стран в качестве госсекретаря США. То есть человек действительно уникальный, абсолютно уникального резюме. И поэтому, мне кажется, этим и объясняется тот факт, что сейчас просто не находятся пока те смелые или те, может быть, самоубийцы, которые готовы противопоставить. Самоубийцы себе. Вы считаете, или да, все-таки есть шанс? Я считаю, что да, потому что ожидается даже, вот обратите внимание на цифру, называется цифра в 1 миллиард долларов, которые ожидается, что Хиллари Клинтон сможет поднять в компании фандрейзинга. Где я читал и 2 миллиарда долларов, 1 миллиард поднял Обама. Ну, 1 миллиард, это от 1 миллиарда, я не знаю точно, и скажем так, что миллиарда будет абсолютный минимум. И абсолютно все соглашаются с тем, что это будут самые дорогие выборы вообще в истории Америки, соответственно, человечества. Поэтому я думаю, что Хиллари Клинтон представляет собой политическую махину, за ней стоит Билл, за ней стоит действительно огромная отработанная вот махина партии демократов по фандрейзингу в том числе. Поэтому мне кажется, что надо будет посмотреть. Но я подозреваю, что вполне возможен такой сценарий, когда Хиллари достойных, по крайней мере, достойных альтернатив не будет, а может быть, не будет вообще. Окей. Несколько соображений по этому поводу. Да, действительно, ей соревноваться в демократической партии, по большому счету, не с кем. А у нее есть все шансы. Да и демократам это не нужно, собственно. Ну, женщин-президентов еще не было. Для чего же, да. Если уже афроамериканец есть, стал президентом, то почему женщине стать? Тем более, так сказать, сейчас, в общем-то... Общество просит. Матриархат такой, что... Ну, вот несколько таких моментов любопытных. Ну, во-первых, ей придется в предвыборных речах своих, конечно же, дистанцироваться от Барака Обамы. Частично, а может быть и по-серьезному. Потому что, в общем и целом, накопилось немало претензий к нашему президенту, особенно во внешней политике. Если во внутренней дела, ну, худо-бедно идут относительно неплохо, то во внешней политике да неплохо еще очень далеко. Это во-первых. Во-вторых, возраст. Тут очень важный момент. Хиллари Клинтон становится самым возрастным президентом Соединенных Штатов и делит эту, так сказать, роль, участь, как хотите назовите, с Рейганом. И ей, и ему, если она становится президентом, 69 лет. Рейгану удалось выиграть и второй срок. По поводу Клинтон ходят разговоры, что, может быть, она вполне может быть стать президентом одного срока. Никто не знает, как повернутся дела. Значит, остальные, так сказать, если посмотреть на историю, то Гаррисон 67 лет выбирался, Бьюкенен 65, и там, по-моему, Тейлор 64, кто-то еще там 64. В общем, 69. Здорова ли она настолько, чтобы выдержать всю эту изнурительную гонку? Хотя сейчас ей будет, наверное, все-таки легче, чем когда она сражалась с Обамой. Ну, вот по многим причинам. Самой демократической партии это будет проще. Но все равно надо ездить по городам и весям. Она не очень любит крупные митинги, где там десятки тысяч людей. Она все-таки не обладает той харизмой, которая была у ее мужа и есть у Обамы. Она так по более локальным, так сказать, митингам специалист, где не так много людей. Но вопрос другой. 3 или 4 года назад, может быть, 2,5, вдруг у нее обнаружили тромб. И если бы тогда архисрочно не сделали операцию ей,
Трамп мог оторваться, и мы бы сегодня вообще ни о чем не говорили. Ни о каких именах, ни о какой Хиллари Клинтон, а лишь, так сказать, в общем, все понятно. Значит, как физически она будет, в какой она будет форме, мы этого не знаем. Ну, узнаем, потому что в отличие от президента России, который может пропадать на определенное количество дней, и любые конспирологические теории в ходу были тогда, от смерти до, там, я не знаю, до присутствия при родах, третьих родах его возлюбленной Алины Кабаевой в швейцарской клинике, что угодно может быть. Здесь все будет открыто. Все, медицинская справка будет всей Америке, всему миру показана и так далее. Но вообще будет интересно, если да. Буш встретится с Клинтон. То есть повторится ситуация 92-го года. Двух совершенно замечательных династий. И последнее. Нет компромата за Хиллари. Вот сколько ни искали, она толком найти ничего не могли. И этот вот самый почтовый скандал, что она там личным этим самым интернетом, это все через месяц, два, три, все это забудется. На это мекина, на ней ничего не заработаешь. Республиканцы это понимают. Но на всякий случай Хиллари делает умные шаги. А вот в пятницу было опубликовано как раз сообщение, очень интересное. У них есть фонд. Билл, она и Челси. Она вроде бы из этого фонда сейчас вышла. Значит, этот фонд с 2001 года по 2015 в избирательную кампанию получил только от иностранных государств порядка 100 с лишним миллионов долларов. Кто были доноры? 6 ведущих стран и десяток стран Ближнего Востока, богатеньких, нефтяных. Сейчас она от нефтяников отходит полностью. Только 6 стран имеют право по ее, так сказать, наводке посылать деньги. Чтобы даже намека не было на исламистов. Австралия, да? Англия, Канада, Германия, Нидерланды и Норвегия. Все. И никаких, чтобы не намеков, что она там какие-то лишние деньги, не дай бог, еще какие-то не очень чисто использует и так далее. То есть она готова к этим вещам. Правильно следовало делать? И предположить. Да. Правильно делать. А давайте перейдем к следующей теме. Итак, вторник. Президент Барак Обама пошел на уступки Конгрессу по вопросу санкций против Ирана. Обама согласился подписать законопроект, предложенный республиканцами, согласно которому американские законодатели имеют право заблокировать любое соглашение с Ираном. Комитет Сената США по иностранным делам единогласно поддержал законопроект, который обязывает президента страны Барака Обаму предоставить на рассмотрение Конгрессу текст будущего соглашения по ядерному досье Ирана. Долгое время проект был яблоком раздора между законодателями и Белым домом, но после ряда поправок Обама больше не угрожает наложить вето. Демократам удалось внести в законопроект несколько поправок, которые получили одобрение обеих партий. Итак, Петр, ваш взгляд на то, что происходит. Ну вот совсем недавно как бы было подписано это рамочное соглашение. Непонятно, будет оно подписано окончательно летом. Но, как мы видим, все делают конгрессмены для того, чтобы не... По крайней мере, не создалось впечатление, что в обход них принимаются основные решения по этому соглашению. Вы знаете, мне кажется, что самым сейчас существенным вопросом является, одним из существенных вопросов является роль России касательно санкций, потому что, мне кажется, Россия сейчас идет ва-банк, идет в контрнаступление. Вы знаете, что буквально недавно было принято решение на днях о продаже очень серьезного вооружения Ирану. С-300, да, С-300, ракетные комплексы. Да. И сейчас идут дебаты, то есть с чем, для чего принимаются эти меры. Мне кажется, сейчас Россия кидает все силы на то, чтобы сорвать возможности договоренности. Мы Россию обсудим в следующем вопросе, потому что это совсем немножко, по этой теме, но другая тема. Вот сейчас хотелось бы, чтобы мы поговорили о том, как Конгресс и Обама взаимодействуют во всем этом. Ну, что касается Конгресса, конечно же, в первую очередь нужно отметить это письмо, которое они... 47, которое они направили руководству Ирана, которое буквально было беспрецедентно в плане того, что было нарушено это... святое буквально положение в американской политике, это правило, да, когда Конгресс не перечит президенту страны, что касается международных отношений, международной политики. Это действительно шло
очень сильно вразрез с этим вот негласным. Вы считаете, правилом. Что выступление Бенямина Нетаньяху 3 числа, 3 марта, оно сыграло роль? Я думаю, безусловно, сыграло роль. Знаете, господина Нетаньяху, вот его выступление в Конгрессе охарактеризовали чуть ли не как предвыборная кампания в офис, на какую-то общественную позицию в США. То есть он буквально приехал в качестве чуть ли не политика, местного политика. То есть это действительно беспрецедентно и очень, мне кажется, в долгосрочном плане, как минимум, очень вредно для вообще самой институции президентства и взаимоотношений президента и Конгресса США. Ну, я вам должен сказать, что в данном случае Конгресс же не особенно и виноват. Президент говорит, я сам все буду делать, я сам все буду подписывать. Отсюда и возмущение конгрессменов. То есть, если мы как-то координируем действия, никто возмущаться не будет. Если я говорю, что я президент и я решаю все сам, то, естественно, что возмутятся конгрессмены. Они и предупреждают руководство Ирака. Вы поймите, Ирана, что если это все прошло мимо нас, то тогда мы будем со следующим президентом иначе разговаривать и разбираться, поскольку мы считаем, что это нелегитимно для следующего президента. Совершенно верно. И что самое здесь ужасное и страшное, это именно то, что две ветви власти Америки не смогли договориться, не вынести и с тем, чтобы не выносить. С одной стороны, это позорище, вы считаете? Ссоры из избы, да. Потому что действительно ссоры из избы. И это посмешище, это посмешище на весь мир, это очень, опять-таки, большой вред для вообще системы. Так кто в этом виноват, посмешище? Мне кажется, виноваты обе стороны. Мне кажется, виноваты обе стороны. Сейчас уже постфактум я вижу, что уже идут попытки договориться, и уже, мне кажется, и большинство конгрессменов удовлетворены, по крайней мере, этим вот рамочным соглашением с Ираном, они готовы, по крайней мере, рассматривать это. Это должно было произойти до того, как конгрессмены написали это письмо, они должны были позволить вообще. Я думаю, что это письмо именно сыграло роль в том, что сейчас происходит. Да, Давид? Мне кажется, что у Обамы у самого нет стопроцентной уверенности в том, что это рамочное соглашение с Ираном, и, возможно, когда будут утрясены все технические моменты, то, что в июне они хотят подписать уже соглашение, это вот та панацея и тот вариант, когда действительно угроза ядерного оружия в Иране как будет отодвинута или снята и так далее. И то, что Конгресс, то, что он пошел на уступки Конгрессу, в том, чтобы информировать их каждые 3 месяца, там очень жесткие сроки, буквально по дням, сколько дней он имеет на право наложить вето, если, так сказать, значит, Конгрессу дано 30 дней, после этого 60 дней и так далее. Там довольно жестко все это прописано. Это как бы и разделение ответственности, если хотите, с Конгрессом, потому что он на себя не хочет эту обузу брать, потому что неизвестно, чем все кончится. А кончится может очень большими неприятностями. Значит, вот смотрите, какой расклад. Договорились вроде бы. Значит, санкции будут сниматься постепенно, по мере выполнения Ираном тех или иных пунктов соглашения. Вдруг выступает Аятолла неделю назад. Четверг. Раухани поддержит. Да. Нет, вот в тот день и час, что мы подпишем, так сказать, это соглашение, все санкции должны быть сняты. Это полностью круто меняет вообще всю ситуацию. И где, так сказать, уверенность в том, что Иран не пойдет потом по пути Северной Кореи? То есть по пути блефа, по пути обмана и по пути, в общем, так сказать, втирания очков Западу. Ведь смотрите, что может получиться. Вот, допустим, я в это абсолютно не верю, что Запад на это пойдет, моментально снять санкции. Допустим, значит, Иран получает возможность торговать нефтью, а там худо-бедно 1,5 миллиона баррелей в день выпускается. Россия уже влезла туда, 500 тысяч как бы не через Россию, а каким-то там своповским методом, так называемой своповской торговли, эта нефть уже идет на рынок. Значит, Россия поставляет строительные материалы, там зерно и прочее. Значит, окей, Иран сам торгует. Его снимают самые тяжелые санкции с него. Это отключение от SWIFT, мировой финансовой системы. И он за пару-тройку лет накапливает жирок, накапливает деньги, валюты нет, ситуация в экономике там аховая просто, безработица высоченная, инфляция и так далее. И когда вот все думают, да, и он вроде как бы вот выполняет все эти, так сказать, требования, вроде бы. А когда он поднакопил тот жирок, он вдруг объявляет, а мы выходим,
из договора по нераспространению ядерного оружия, как сделала Корея. И что тогда с ним делать? С-300 уже стоят. Это не самое современное, так сказать, оружие. С-300 появились в Советском Союзе аж в 79-м году и так далее. Но они стоят уже. И, предположим, вариантов у Израиля, как будет казаться, нет никаких, кроме как бомбить и уничтожать ядерные объекты после иранского обмана. А может, две трети, а может и больше ракет просто не достигнут этой цели. И бомбардировки глубинными бомбами тоже. Как это не учитывать? Вот это вот то, что объявил Рухани, а до этого Аятолла, это в корне меняет всю ситуацию, на мой взгляд. Вот тут как раз Конгресс и будет работать. Он говорит: ребята, вы что делаете? Это нельзя подписывать. Пошлите их к чертовой матери с их требованиями, и все. Это нельзя, это беда будет просто. Петр, как вы считаете, вот тем не менее, мы сейчас говорим 3 года, если будут сняты санкции, не будут сняты санкции, а вот то, что сейчас происходит, весь этот разговор, подписано рамочное соглашение, затем мы говорим теперь о лете, ведь время-то идет, месяц за месяцем считают не только Запад, месяц за месяцем считает и Иран. Никто ведь там пока ничего не останавливал. То есть там остается 19 тысяч центрифуг, из которых, согласно рамочному соглашению, останется 6 тысяч, что тоже немало, поскольку Соединенные Штаты изначально говорили вообще о том, что должно остаться 1500. То есть, может быть, вот так вот можно продолжать весь мир за нос водить, а потом через несколько месяцев объявить, да у нас уже все есть? Ну, в принципе, это позиция Израиля с самого начала была. Несмотря на то, что вот американцы, западные спецслужбы говорят о том, что breakout capability, то есть возможность уже запустить, да, производство ядерного оружия у Ирана, речь идет о несколько лет, то, по, допустим, данным израильской разведки, это может быть всего лишь 1 год даже. Поэтому позиция многих экспертов здесь такова, что любое соглашение, даже сейчас, которое мы имеем, лучше, чем никакое вообще. Потому что это все-таки возможность навести мост с Ираном, особенно если взять и рассмотреть более широкий контекст войны на Ближнем Востоке, исламского государства. Сейчас, конечно же, новый абсолютно элемент добавился здесь войны и бомбежки Саудовской Аравии и Йемена. Тоже и опасность вовлечения, более прямого вовлечения Ирана в этой войне. Поэтому, мне кажется, кроме даже вопроса, будет ли ядерным Иран или нет, это все-таки вопрос нормализации отношений с Ираном, с Исламской Республикой в целом. А вы считаете, что это возможно? У них, в общем-то, есть несколько государственных программ. Одна из них – это ядерное оружие, вторая программа – это исламизация, и именно в варианте персидском. Я думаю, что, исходя из того, как они торгуются, они идут вперед, и вряд ли им что-то может помешать. То есть они продолжают водить мир за нос. Я считаю, что если Америка может продолжать дружить с Саудовской Аравией, мне кажется, если мы рассмотрим тот факт, что Саудовская Аравия на протяжении десятков лет является одним из самых главных спонсоров, да, экстремизма, исламского экстремизма в регионе. Поставок ваххабистов, да? Ваххабистов и Ал-Кейда, и вообще сам факт того, что Бен Ладен происходил из очень влиятельной йеменской семьи, которая развела и имела свой бизнес именно в Саудовской Аравии. Мне кажется, что если с Саудовской Аравией можно договориться, и можно дружить, и можно поддерживать такие отношения, то почему бы не с Ираном? Давайте перейдем к следующей теме. Итак, среда. Российская нефтегазовая компания «Лукойл» объявила о возобновлении работы своего офиса в Иране, закрытого в 2011 году после введения международных санкций. По словам руководства «Лукойла», компания заинтересована в участии в различных проектах, включая возвращение к разработке блока «Анаран», на которой она работала, на котором с 2003 года. Напомню, что страны «Большой шестерки», ведущие переговоры с Ираном по поводу ядерной программы, требуют, чтобы международные санкции были сняты только после того, как мир убедится в выполнении Тегераном своих обязательств. Ну и Путин отменил введенный в 2010 году запрет на поставки оружейного комплекса С-300, который после подписания Путиным этого отменения запрета вступает в действие немедленно. Давид,
Ну вот у нас получается ситуация очень любопытная. Подписано рамочное. Подписано ли, кстати, я таки до сих пор не пойму, поскольку вообще такое впечатление, что там все это устно как-то велся разговор, а бумаги должны основные быть подписаны. Как Минские договоренности. Да, подписаны летом. Подписаны летом. Будут они подписаны или нет, но обратите внимание, какие Россия при этом делает шаги. Такое впечатление, что уже и с Ирана все санкции сняты, и все в порядке. Это можно объяснить некоторыми вещами. Есть объяснение этому. Во-первых, видимо, Путин понимает, что санкции рано или поздно будут сняты. Во всяком случае, он видит, что к этому идет дело. И рано или поздно Иран начнет торговать нефтью. Выход Ирана на нефтяной рынок чреват резким, это уже все просчитали, падением цены на нефть. Что для России почти смерти подобно. Вот сейчас нефть где-то застабилизировался, марка Brent. Это российская марка, она не российская, марка Урал российская, но они ориентируются на Brent минус $1.5-$2. Сейчас $62, значит, баррель стоит, значит, российский 60. Худо-бедно как-то крутится, в общем. Но если это пойдет до 40, ну, все, там уже бюджет весь летит в тартарары российские. Значит, первое, раз ты не можешь этому помешать, известна такая теория, возглавь то или иное движение. Вот он и возглавил. Значит, в обход всех, так сказать, санкций и так далее началась торговля. Америка негодует, это действительно, Запад негодует. Путин наплевать на это. Значит, я уже то, что говорил раньше. Значит, по каналам свопа идут, так сказать, не напрямую Россия. Россия эта нефть не нужна. Он сам гонит, страна гонит в день более 4 миллионов баррелей. Зачем еще 500 000? Она идет в Китай, там еще куда-то и так далее. Ну, а взамен Россия дает там зерно, строительные материалы, металлургию, там 5-10, неважно, там большой список. Значит, это первое. Второе. При Медведеве были введены, ну, понятно, что при Путине, естественно, но делал это Медведев, в 2010 году, застолбили поставки С-300. Иран негодовал, Иран подал в суд на 3 миллиарда и так далее, там поставки, по-моему, меньше, чем на миллиард. 800 миллионов. Да. Значит, ну вот, вы, американцы, так себя ведете. Запад нас тоже санкциями обложил. А вот мы вам в отместку это сделаем. Ну, что такое С-300? Это тоже очень любопытно. В 79 году впервые, эта система, зенитно-ракетный комплекс появился. Сколько лет прошло? Много. Для такого рода вооружений очень много. Но в 90-х годах модернизировалось. Получилось С-300М1, С-300М2. Более точный, более, так сказать, нацеленный, больше целей поражает одновременно и так далее, и так далее. Но что любопытно, в 95-м году Израиль с Грецией проводили совместные воздушные учения, где и там ракетные войска участвовали. Значит, за это время десяток стран купили российское это С-300, в том числе Кипр. Ну, Кипр, Греция, Кипр одолжил. Израильтяне еще внимательно изучили эту систему. И сказали, да, система хорошая, но в ней много изъянов. И мы с помощью радиоэлектроники своей можем эти изъяны сделать такими, что система вообще работать не будет. Я думаю, что Израиль, зная, какая высоченная, так сказать, компьютерно-электронная, так сказать, база в Израиле, конечно, он этот вопрос прорабатывал и так далее. И у него есть ответы и на С-300. Но ответы есть, но все равно оружие есть оружие. И туда лететь просто так, лететь уже будет невозможно. И это, конечно, удар по Израилю, безусловно. И, ну, Путин, вообще говоря, нанес 2 удара, как мы знаем, одновременно с разницей в 1,5-2 недели. Я думаю, что телезрителям стоит напомнить. Первое, он за то, что палестинское государство было создано в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, это первый удар. А второй удар С-300. И он начал объяснять Нетаньяху, что ты не волнуйся, это же оборонительное оружие. Какое оборонительное? Оно оборонительное, но оно обороняет так, что туда не сунься. И не надо ядерное оружие Ирану иметь. Никто с ним воевать при наличии. И так далее, и так далее. Ну, кстати, вот кстати, это очень-очень важный момент. На мой взгляд, если Америка пойдет на то, чтобы принять положение о снятии санкций одновременно с подписанием, допустим, вот этого самого летом этого соглашения, это будет очень крупная стратегическая ошибка. И не ради того, чтобы с Ираном иметь такие хорошие отношения, надо на это идти. Потому что Иран
террористическое государство, спонсор терроризма, и никуда от этого не деться. С Саудами у Америки давние нормальные отношения, все, как с суннитским государством, лидером суннитского, так сказать, большинства и так далее. Не, все забывают, что Иран спонсирует терроризм по полной программе. Я думаю, что этот номер не пройдет. А, кстати, Петр, вот интересную тему затронул Давид, поскольку он говорит о том, что российское руководство успокаивает Израиль. Но это же противороссийская, это же противоракетная оборона, это комплекс, это оборонительного значения и так далее. Здесь я должен сказать, я говорил об этом на этой неделе с нашими корреспондентами зарубежными в утренней программе. Я как раз говорил о том, что здесь ну, просто очевидно двойные стандарты. То есть, если мы вспомним противоракетную оборону, локатор и ракеты, которые должны были быть установлены в Польше и в Чехии, то Россия тогда подняла просто крик на весь мир. Как это? Это угрожает нашей обороноспособности, это нападение на Россию, мы будем принимать ответные меры. Это точно такая же противоракетная оборона, как и в этом случае с С-300. Но в этом случае Россия говорит, не, ну ребята, ну вы, это же противоракетное, абсолютные двойные стандарты. И эти двойные стандарты, на самом деле, абсолютно повсеместны. Если вы, допустим, даже обратите внимание на ситуацию с Украиной, да, когда и взятием Крыма, да, в первую очередь Путин ссылался и Кремль ссылался на прецедент Косово. Да, тем не менее, в том прецеденте Косово они были на другой стороне, сейчас они его используют для себя. То есть, на самом-то деле, это вот последний, особенно вот год, последние года, два года, уже последний срок, третий срок президента Путина, имеет просто буквально в каждом аспекте международной политики России имеет место именно вот таким вот, как вы говорите, двойным стандартом. И мне кажется, что касается Ирана здесь, опять-таки, очень важно принять внимание тот факт, что на другой стороне этого противостояния на Ближнем Востоке является, находится Саудовская Аравия. Это действительно самые главные враги Ирана. То есть, с одной стороны, сунниты, с другой стороны, шииты, которые борются за первенство в регионе. Мне кажется, что это вот решение сейчас быть спойлером, то есть помешать договору с Ираном, это все-таки попытка Путина получить хоть каких-то союзников, да, заручиться какой-то поддержкой в регионе. Потому что союзников сейчас в России очень мало, катастрофически мало. С одной стороны, союзником Америки является Саудовская Аравия, с другой стороны, Америка пытается договориться с Ираном. Это абсолютно не устраивает Путина. Поэтому здесь, мне кажется, он, я согласен с Давидом, в результате это будет очень пагубно скажется на вообще состоянии безопасности в мире. Но с другой стороны, мне кажется, что все, что сейчас принимается Кремлем, любые решения, любые сигналы, они буквально все имеют очень, несут в себе очень большой вред для безопасности, глобальной безопасности. Схема одна. Это важно для, так сказать, эту цель преследуют наши враги, значит, мы будем им мешать на любых фронтах тогда. Я должен сказать, я это неоднократно уже говорил, Виктор Шендерович, он когда-то сказал, что такое российская геополитика. Это когда Америке плохо, значит нам хорошо, и наоборот. Ресентимент. Вот и все. Вся геополитика российская. Нечанский ресентимент, да, буквально. Да, все на негативе. Давайте перейдем к следующей теме, это четверг. В Израиле в четверг отметили День памяти жертв Холокоста, 6 миллионов евреев, убитых в нацистских концлагерях во время Второй мировой войны. В Тель-Авиве в 10 часов утра прошла минута молчания, остановились машины и автобусы, прекратили работу предприятия. В мемориальном комплексе Яд-Вашем в Иерусалиме состоялось возложение венков. В Польше на территории бывшего лагеря смерти Аушвиц-Биркенау Освенцим прошел традиционный марш живых. Давид. Ну, собственно, когда мы отмечаем эту страшную дату, день Холокоста, Шоа, день катастрофы, понятно, что одно дело это почтить память замученных, зверски погибших, другое дело говорить о том, что то, что произошло тогда, не должно быть забыто, потому что сегодняшняя ситуация в мире, она, в общем-то, ведет к... Ну, я не хочу сказать повторению, но она ведет где-то в этом же направлении. Ведь огромное количество случаев антисемитизма, выходок этих различных и так далее по всему миру, особенно в европейских странах. У нас это не так, поскольку в основном все это инкриминируется радикальным исламистам, которые сегодня немалый процент составляют и, кстати, среди избирателей, среди электората в крупнейших европейских странах, где евреи просто уже не знают, что делать, бегут оттуда.
Ну, тенденция совершенно очевидная. Рост антисемитизма во всех, без исключения, западноевропейских странах. В Восточной Европе, в общем, как ни странно, это чуть меньше, тоже достаточно. Но Франция страдает больше всех, потому что там самая большая европейская, значит, комьюнити еврейская. И только за прошлый год, если не изменяет память, более 800 случаев, так сказать, вот такого проявления. Ну и, наконец, вспомним, так сказать, ход корреспондента Daily Mirror, который надел кипу и 8 или 10 часов гулял по Парижу. И что только он там не наслышался, и как в него и плевали, и кидали чем-то, и оскорбляли его, единственное, что не побили. То есть вот вам простой пример. За последние месяцы вандализм на кладбищах чудовищный совершенно. 3000-й маленький городок во Франции Сарыньон. По-моему, в феврале там разгромили кладбище подростки. И причем подростки, это не мусульманские были подростки. А говорит, а мы не знали, что это еврейское кладбище, их поймали здесь. Ну, а уже я про Копенгаген, значит, журнал с карикатурами, то, что произошло там, я молчу, это уже общее место, всем все известно. Какие способы борьбы? Неизвестно какие. Меня больше всего удручает, что евреи могут, конечно, возмущаться и так далее, главы правительств то же самое, бьют себя в грудь и говорят, мы будем бороться, мы будем то, мы будем это. Но мусульманизация Запада Европы, это вот тот самый Бигфорд и Шнур в итоге. Как бы там ни крутили, но это так. И, естественно, по-другому и быть не может. Но меня поразил последний опрос в Израиле, где живет достаточно много еще, ему в средний возраст там около 84 лет, переживший Холокост. Так вот, согласно этому опросу, 46% из этого количества, числа, уверены, что следующее поколение вообще забудет о Холокосте. Это очень печально, если под этим что-то есть, и так и будет. Но я надеюсь, так не будет. Ну и сами израильтяне, жертвы фашизма, выжившие в Холокосте, далеко не так существуют и не так живут, как бы они хотели. Очень многие с трудом сводят концы с концами, несмотря на различные бенефиты. Определенное количество бывших узников и просто выживших в Холокосте говорят о том, что они, например, зимой не имеют возможности отапливать свои дома, потому что мы знаем, в Израиле много электричества отапливается и так далее. Дорого, с лекарствами там чехарда и так далее. Пытаются в Израиле все это делать, но, видимо, недостаточно. Ну, а уж если говорить о России, мы говорим, что вот в России, так сказать, градус антисемитизма сейчас ниже, евреи где-то по степени ненависти на 5-6 месте, кавказцы заслонили, Средняя Азия и так далее. А что далеко за примерами ходить? Как это так? В окрестностях Симферополя буквально несколько дней назад черные копатели, снова в который уже раз разрыли братскую могилу, ров, где были похоронены и евреи, и военнопленные, и цыгане, и так далее. В поисках, ну, чего-то там осталось, золотые зубы, там, может быть, какие-то там, не знаю, драгоценности, ну, какие там, в общем, расстреливали и так далее. И ничего нельзя сделать, это Крым уже. Да, вот мы накажем, крымские власти говорят, что вы накажете? Если вы знаете, что это за место, и что туда раз в 10 лет обязательно эти самые негодяи, так сказать, влезают и копают, и ищут, так сказать, на еврейской крови какой-то, значит, заработок и так далее. Вы что, охрану там нельзя поставить и так далее? Это Россия уже. Была, есть и будет. Петр. Я абсолютно согласен с Давидом в плане озабоченности по поводу того, что происходит. Действительно, уровень антисемитизма зашкаливает сейчас. Антисемитизм, который имеет место в наших бывших советских республиках, в Украине, в России, просто не сравнится с тем, что мы имеем сейчас в Западной Европе. Это Франция, это Германия, где, вы знаете, этим летом скандировали толпы разъяренных протестантов, когда кричали «Хамас, Хамас, Jews to the gas», вы слышали? Это просто беспрецедентное явление для Германии. Также вот Дэвид сказал, что это имеет меньше места в Центральной Европе, но, допустим, я все-таки должен упомянуть Венгрию, где партия Йобик, которая имеет
Венгрия исключение, действительно. Да, она является исключением, потому что, вот, допустим, та же партия Йобби несколько лет назад внесла такую инициативу на рассмотрение в парламент с тем, чтобы идентифицировать физически граждан Венгрии еврейского происхождения, что, конечно же, сразу же наталкивает на мысль и наводит на вспоминание вот этих желтых повязок желтой звезды Давида, да, которые заставляли носить нацисты во время войны. Я также скажу, что и опять-таки я скажу, что делать по как бороться с этим, ответов хороших нет, потому что опять-таки речь идет все равно о гражданах Европы, гражданах Франции, гражданах Германии, граждан, которые, может быть, и арабского происхождения, тем не менее, они обладают полнотой прав и свобод. И опять-таки здесь речь идет о вообще о мироустройстве, философии человека и закона Европы. То есть надо, соответственно, надо думать, может быть, как-то это преобразовывать, и это очень большой вопрос. И я должен сказать, что вот в контексте очередной даты вы сказали, что рассказали о том, как происходили эти церемонии по поводу Шоа. Вы знаете, в Киеве в 2016 году будет церемония 75-летия Бабьего Яра. Я вот, знаете, я являюсь членом попечительского совета Американского еврейского комитета, и эта организация примет активное участие в этой церемонии, где в том числе мы будем обсуждать вообще всемирное еврейство, будем обсуждать, что же все-таки делать, как сохранить еврейские общины Европы. Вы знаете, премьер-министр Франции недавно сказал, что Франция без евреев – это не Франция. Действительно, община французская еврейская составляет 500 тысяч человек. Бывший премьер-министр Саркози, он из венгерских евреев, сам выходец. Действительно, европейцы очень встревожены тем, что вполне возможен отток евреев в Израиль. Вы знаете, Нетаньяху недавно приветствовал алию в Израиль. Но, опять-таки, Израиль недостаточно... Размер Израиля не позволит все-таки такой вот абсорбции такого количества иммигрантов. Давайте теперь перейдем к еще одной теме. У нас осталось буквально несколько минут. Итак, пятница. Обсуждаем в прессе прямая линия с президентом России, которая прошла накануне в четверг. Владимир Путин провел очередную, 13-ю по счету, специальную программу «Прямая линия с Путиным», в ходе которой в течение 3 часов 58 минут ответил на 74 вопроса. Ну что, Давид, по полторы минуты, ваши впечатления? Ну, хамелеон в очередной раз поменял окрас. Будучи абсолютно однозначно профессиональным лжецом мирового масштаба, он блистательно продемонстрировал это на этой встрече. Но был он не столь агрессивен, скорее, я бы сказал, такой, пытался быть где-то даже мягким, пушистым. Украинская тема была, как бы, на втором плане, вообще он старался да и крымская не касаться, тоже. Ну, естественно, и отвечал на очень тяжелые вопросы россиян. Растет безработица, денег не хватает, продукты и товары дорожают немыслимым образом, мы нищаем, что делать, как с этим бороться и так далее. Ни на один вопрос, вот так четкий, ясный ответ он не дал. Не дал он ответа на вопрос, как продвигается расследование по делу об убийстве Немцова. Ушел вообще от того совершенно постыдного момента, когда Следственный комитет не может допросить, значит, одного из свидетелей, потому что Кадыров сказал нет, и все. Кадыров оказывается более властен у себя в республике, чем президент России. И так далее, и так далее. Все это, в общем, я совершенно согласен с таким обозревателем, с умницей, великолепной женщиной Лилией Шевцовой, которая говорит, я процитирую точно, системный коллапс и неспособность лидера скрыть свою растерянность. Вот это я бы подвел просто итог этой встречи. И самое главное, 46% опрошенных проправительственным, между прочим, социологическим институтом, а других там нет просто, назвали попросту эту встречу показуха и больше ничего. Люди говорят, мы не хотим задавать вопросы Путину, потому что ответа все равно нет. И еще один нюанс. Ни в чем президент не виноват. Что происходит, это не он.
Он как бы ни в чем не виноват, положение тяжелое, он ни в чем не виноват. Но исправлять будет только он. Никто больше, чем он, исправить это не может. Вот такая позиция удивительная. Ни в чем не виноват, никакого отношения к этой самой ситуации экономической, прежде он не имеет, но исправлять будет он. Кстати, он сказал, что Россия преодолела уже пик, так что все идет к светлому будущему. Конечно, все хорошо, прекрасная маркиза. Да, я тоже добавлю, что и тот же Кудрин, допустим, который задал вопрос, да, попал под горячую руку, которого сразу... Нет, с Кудрином особое отношение, они же дружат. Это, так сказать, это хитрый ход, да, тем не менее, президент как бы использовал этот момент, чтобы использовать его в качестве козла отпущения. Мы все-таки должны делить поровну эту ответственность. У вас сердце говорит нет. У него оно есть. Это очередной обрекает Россию на вообще. Петр. Это полминуты. Урби и орби. Послание президента, мне кажется, все равно в первую очередь имеет такую функцию сеанса коллективной психотерапии. Особенно после этого 10-дневного отсутствия президента, показать президента здоровеньким, крутым пацаном, как выразился Станислав Белковский и так далее, очень важно. Но я согласен с Давидом, что лживость президента Путина как зашкаливала, так и продолжает зашкаливаться. Он ничего не изменился. Это просто в этот момент он хотел быть таким. Совершенно верно. И мне, как выходцу все-таки из Украины, больше всего, конечно, волнует тема Украины. Действительно, Украина ушла, по крайней мере, риторически на второй план. Тем не менее, опять прозвучал термин «Новороссия», и в очередной раз Путин отказался признать присутствие российских войск. Может быть, ненадолго. Он же тоже в свое время от аннексии Крыма. Он же говорил, что наших войск не было. Абсолютно. Через полтора месяца он признался, что были. Благодарю за участие в программе. Благодарю за участие в программе. Дамы и господа, благодарю за участие в программе и вас. Прощаюсь с вами до следующего воскресенья. Всего доброго.